Привет, друзья. В ящике песка пихают почтовый хлам всякий. Я уже снимал много обзоров. Газетки всякие мошеннические для пенсионеров, поздравления, которых разворовывают на конвертах. Ну, один хлам. Счета, которые в электронном виде давным-давно уже есть. Ну, несколько лет. Сколько? Уж около 5 лет. Вот. Но они все равно закидывают, хотят денег. Хотя людям этих денег не дают. Здесь я обнаружил такую вот интересную вещь. Запихнули карту. Прям банковскую карту. Я думал, какой-то хлам, что ли. Вот такой вот толстенькая такая коробочка. Представляете, сколько это стоит сделать? Это вот одну эту упаковку там. Точно рублей 100-200 стоит сделать. Я думал, ну какая-то рекламка сраная. А оказалось, что здесь вот карта лежит. В этой коробочке. Тут вот карта. Без чипа. С полосой только. Ну, почти что, можно сказать, настоящая карта. Я не проверял еще, но удивительно. Надо же. Карты. Все равно же она стоит рублей 100-200 в год. Вот такая вот карта. Видите? MasterCard. Вот. Полосой. Чипа нету. Вот. Надо же деньги девать некуда. Людей на еду нету, а у чуваков просто запихивают. Да этот бы карту бы выкинули, наверное. Я случайно я заметил, скольким людям они такое пропихнули. Блин, хаос какой-то творится. Карта. Ну, понятно, что они хотят заработать на этой карте. Пихнули и пофиг им, что там теряется, просрется там 200 рублей, 100 там. Главное, чтобы очередной раз тебя внести. Но все равно впустую выкидывают. Половина этих карточек, я уверен, теряется. Люди же не заметят, откуда они знают. Я вообще не понял, думал, какая-то рекламка там. Вот такие вот удивительные вещи бывают. На этом все. Пока, ребята.